Всем привет! Сегодня я даже не слышала, как Дениса будильник звонил, потому что целую ночь не спала вчера. В итоге меня просто вырубило. Короче, проснулась я сегодня, значит, в 8. Ну, Денис стал собираться и разбудил меня. Вот, проснулась в 8 часов, доделала подсвечники, доделала сердечки. Сейчас все собрала, везу в магазин. Потом на Wildberries хочу зайти. А перед этим... Господи, как громко разговаривать в наушниках. Ну, сегодня уже 19 градусов. Не знаю, что там будет днем, но пока терпимо. Вот чтобы так вот было по-осеннему до конца лета, было бы классно. А потом, не знаю, возможно. Возможно. Съездим с Полиной. Сходим, то есть, к узбекам, посмотрим какие-нибудь вещи там. Но, блин, как-то жарой такой вообще не хочется никуда. Я посмотрю, во сколько мы придем. Так бы я сходила. Если нет, то уже тогда, наверное, крайний срок завтра. Завтра никуда не надо будет. Короче, сейчас буду смотреть по ходу движения. Выкатила мусорку. Сегодня у нас мусорка будет. О, походу, моя такса коричневая. Короче, этот... Сегодня уже 22 число, блин, а мы вещей даже не купили. И рюкзак не купили. Я, блин, потому что по работе, в итоге то туда, то сюда, бегом и подбегом. Все, отдала, направляюсь в Краму Лёлю. Пойду посмотрю, что там по свечам. Ну, в итоге 9 на полке свечей. Это вместе с черными. Сказали, еще там есть в наличии. Ну, не знаю. Факт, что то, что я вчера выставляла, больше половины нету. Не знаю, сколько там в наличии, не спрашивала, потому что там люди. Ну, покупатели, посетители. Поэтому не стала уже лезть. Короче, есть, да есть. Вот, возможно, на среду, наверное, надо будут эти свечи. Поэтому можно отливать баночки. Форма, кстати, ракушки приехала мне с браком. Открыла спор. Сзади там вот этой ракушки под хвостом, короче, наплывы. Придется шлифовать. Короче, надо будет заказать другую форму. А, и, кстати, высмотрел еще две формы интересные. Сейчас положу денег, закажу на Алике. Правда, аж в октябре или в сентябре только приедут. Жесть, так долго ждать. Тоже типа ладошка. Ну, ручка и отпечаток типа ножки. Боже, милота вообще. Вот, поэтому сейчас и заказ сделаю, и заказ заберу. Забрала свой заказик, иду в Доброном, куплю продукты. Макароны я не варила вчера, поэтому у нас есть макароны, и к макаронам надо что-то купить. А вот, сейчас куплю, что мне нужно. Вызову таксу, поеду домой. Там уже как приеду, посмотрим, пойдем мы там, не пойдем. Что, погода вообще непонятная. Продукты тоже купила, вызвала таксу. Возьму сейчас Полину и пойдем все-таки смотреть вещи. Рюкзак купим, посмотрим, что там надо по мелочи. Погода хорошая, это, блин, ветер просто был такой, и похолодало было так, что я думала, вообще, блин, дождь пойдет. Я уже дома. Купила, значит, кошику китикет. Другого ничего не было. Сыр к макаронам. Ну, уже прилетел. Соль. Имари. Молочный коктейль. Новенький. Классный, кстати, вкусный. Мне нравится. Йогурт Дениски. Сосиски берлинки. Два вот таких вот яйца. Где-то тут по пакету раскидано. Вот. Не знаю, взяла попробовать, что за лимон такой. Мне в ТикТоке писали, что это сорт такой. Ну, ладно. Другого не было. И малая собирает крышки, поэтому я взяла желтый. И в итоге всех крышек, ну, всех видов у нее по две штуки. Короче, дальше. Это у меня... земля для фиалок, или как ее там, ну, короче, грунт для фиалок, 2,5 литра. У меня только 3 эти, господи, как их, 3 вазончика только, поэтому, собственно, мне много и не надо. Наждачка, ой, как пахнет вкусно, не знаю, что он так пахучий такой. Наждачка вот такая вот, ну, сетка. Подарок положили коронадаш строительный. Прикольно. Кому-то маркер черный вкладывают, кому-то карандаш. Мне карандаш попал.
И протекторы 100 штук. Для мебели они, но я хочу для изделий своих применять. Все, вот такие покупки. Так что сейчас собираемся. Что? Что, заяц? Маленький, что? Что ты хочешь? Вода есть, еда тоже. Собираемся и идем. А, на меня прыгнуть. Это он на меня прыгнуть хочет, да? Давай. Маленький мой. Ой, блин. Дрессировыш мой. Дрессировыш. Все, мы, короче, собираемся, пойдем за рюкзаком. Сейчас я эти продукты только в холодильник засуну. Все, пошли. Розовая. Резинку поправь. О, резинка под цвет шлепанцев. Ну, давай, ломанись еще. У меня трусы розовые, кофта розовая и это розовое. Это только темно-розовое. Ясно. Пойдем смотреть, что там есть. Что, наступлю на тебя? Выбрала вот этот вот рюкзак, только отрегулировать там надо будет потом. Тут, короче, спинка есть. Сколько он, покажи. 22 рубля. Потому что есть вот такие вот по 29 с пенальчиками. Такие вот прикольные. 32 рубля. Она не хочет такой. Выбор тут довольно-таки неплохой. Что, этот с бантиком? Ага, так красивый. Ну ладно. Для мальчиков тоже много. Ну, короче, нашли вот такую вот блузку. И вот такие вот штаники с завышенной талией. Плохо видно, они просто черные. Ну, типа вот гольфик такой. Вот. Ага. Ну, еще жилетка будет в придачу. Прикольно, прикольно. Потому что там будет жилетка, и в итоге надо, чтобы рукава были видны. Вот такая вот блузочка. Красиво. Прикольно. Ну и со штанами, и юбку тут еще взяли, сейчас мерять будем. Блин, в этом году очень классные блузки, мне нравятся. Спиной повернись к зеркалу. Вот так вот. А передом к зеркалу. Вперед туда смотри. Угу. Вот такая вот еще. Вот это мне вообще больше нравится, классная такая. Она и плотненькая. Вот такая вот блузочка с юбкой. Юбку взяла побольше. У нас юбки, юбка дома есть одна поменьше. Новую я покупала. А эти уже чисто потом на вырост. Там у нас сзади завернулась. Ну, короче, черных нету, только синие. Вот такой вот костюм 35 рублей. Классно. В зеркало посмотри. Крутой костюм. Угу. Уже на 130 с чем-то, на 134-140 берем одежду. Все, можешь снимать. Взяли спортивный костюм. Вот такой вот еще гольфик взяли. Блузки с коротким и длинным рукавом. Сейчас пойдем еще обувь смотреть. Скрипят. Подойди сюда. Боком встань. Боком встань. Какие-то вот такие вот нады были. Интересно. До школы чисто дойти, закрытый вариант. И повернись боком. Закрытый вариант. Короче, до школы дойти и на линейку сходить. В принципе, нормально. Ну, не подойти на носки, понятное дело. И вот такие вот кроссовки. Угу. Ну, нормально. Повернись боком. Единственная модель, которая была. 25 рублей, кстати. И вот эти вот 37-го все-таки берем. Классненькие. Зашли еще к пледам. Она выбрала себе накрываться вот таким вот и кровать застилать. А я стою, думаю, какой мне на кровать взять. Ну, наверное, вот этот. Поспокойнее. Есть такие. Есть махровые. Подушек нафига. И еще две налочки, наверное, зайду сейчас, если не забуду взять. Короче, наверное, вот этот возьму. Вышла 470 чем-то рублей. Нам сделали скидку 440 в итоге чем-то заплатили. Короче, еще нифига вас кинули. Сейчас идем в это красно-белое заведение. Бордово-белое. А на бургер будет есть, а я шавуху поем, а потом, наверное, таксу вызову. И поедем домой. То, блин, это тянуть, конечно. Еще взяли по одной кукурузе, не такой. Итак, что мы взяли? Мы уже дома. Взяли, значит, две кукурузы. Как я и говорила, попробовать.
Что сказали, что она вообще как бы другая и типа вкуснее. А на самом деле... Сейчас попробуем. Типа вот на палке. Это ее кукуруза. У нее еще. Ого, нифига себе, он такой запеченный. Обалдеть, короче, бургер. Я себе взяла шавуху, цезарь. И тоже кукурузу. Я тут все, короче, это собираю на стирку. Короче, вот такой вот плед. По-моему, 1,82 м вроде она говорила. Это ей. И 9,72 м. Наволочка. Тоже, короче, под эту марку. Вот. 50 на 70. И нам тоже наволочки хочу обновить. Сейчас прикину, покажу, что примерно получится. Ну, тут уже другая расцветка. Просто голубенькие. И вот такой вот пледик. Он такой классный, мягкий. Ну, вот, короче, как-то так. Я чисто прикинула. Сейчас это все закину в стирку, постираю. Ну, короче, вот она выбрала себе зебру. Ну, в итоге вот у нее обновочки. Сейчас я еще пол хочу протереть влажной тряпкой. Вот, и вот наши обновочки. Плед, кстати, такой тяжеленький довольно-таки. Ненавижу, когда прям такие тонкие-тонкие, они скатываются, сползают. Этот нет. Этот вообще с одного такого взмаха я тупо застелила. Поэтому классно смотрится. Хорошо, что красный не брала. Вроде этот такой более-менее нормальный. Все, сейчас тоже это все на стирку. Так чисто прикинула показать. Вот, все на стирку. И, собственно, что было на кровати, тоже постирать. Этот плед стоил 40 рублей. У нее плед стоил 12 рублей. Наволочки по 9,72. Да, мы за уборку тут взялись. Вот такой вот, значит, рюкзак, как и показывали. А, синие юбки у нас одна есть такая. Просто сейчас взяли на размер больше. У нас были 130-ки, тут 134. 18 рублей. Две штуки взяла. Одинаковые. Ну и у нас еще одна подобная есть. Черных не было, поэтому будут синие. Вот такие вот гольфики. Два белых и один голубенький. Не помню, почем они были. Сейчас на белых посмотрю. А вот они, по 28 рублей. Одинаковые практически. Короче, два белых одинаковых и один голубенький. Вот такие вот черные брючки 42 рубля стоили. Вот такая вот блузочка 26 рублей. Вот это мне больше всех понравилось, и материал очень приятный, прям такой гладенький. Тоже 26 рублей она стоила. Вот такая вот кремового цвета блузочка. 25 рублей стоила. Вот такая вот блузочка, тоже классненькая. 25 рублей стоила. Несколько взяла с коротким рукавом, но в основном с длинным рукавом. Ну и все, там еще спортивный костюм остался. Спортивный мы уже показывали там, в этом, в магазине. Поэтому вот, это блузки, штаны пока. Так, покупала еще также гольфы по 3 рубля. Такие практически до колена. Забрала все XL-ки, потому что коснется потом, надо будет, фиг найду. Размеры только малюсенькие остались. Ну типа вот, оставались L-ки, M-ки. 35-38 размер. Короче, 4 взяла последних. Дойти до школы взяли еще вот такие вот кроссовочки. Сколько они там стоили? 25 рублей. Это до школы дойти. Вот эти вот на физру. 30 рублей они стоили. Вон еще ручкой написано. 37 размер. Тут 36 размер. Вот. Ну и, собственно, на линейку, как я уже говорила, вот эти вот. Такие тут носик и пяточка лакированные. Потом останется, короче, по школе будет ходить. Вот, поэтому вот. Сколько они стоили, не знаю. Где-то было... А, 30 вон написано. Вот так. Ты довольна? Красивые да. У тебя покупки или нет? Красиво. Натерла сыр, сварила макарошки, сосисочки. В микроволновке разогрела, маслица сюда добавила. Сейчас буду всем накладывать. Всем, кто кушает, приятного всем аппетита. Сейчас еще ему кофе залью. Себе тоже наложила. Полина уже свою тарелку потащила в комнату. Сейчас кофеек еще будет. И, короче, недавно, буквально секунд 30 назад автобус поехал.
Я успела, видали, как? Сейчас уже будет идти. Все заняты своими делами. Все по норам. Марио? Это не Марио! Ту-ту-ту. А что это? Это другая игра. Ну, похоже на Марио.